Работы по кронированию плановые. Их проводят ежегодно. Убирают в первую очередь старые сухие ветки, которые могут угрожать безопасности и прохожих, и автомобилей. Где-то под корень идут целые деревья, те, которые признаны аварийными. Уже более 70 таких деревьев по заявлениям, по обращениям наших жителей работа проводится. Также по коронации на придомовых территориях под депутатским наказом. Вот сейчас то время, когда всю эту работу возможно производить качественно и в срок. Что касается платана, в обрезка им просто необходимо. Ветви этого дерева очень тяжелые и могут обламываться. Несколько лет назад такой же сильной обрезке подверглись платаны сразу на нескольких крупных улицах. Например, Гагарина и Донской. Работы по кронированию будут продолжаться до конца года. Они ведутся во всех районах города.